Я хочу, чтобы вы понимали, что сотрудничество с российскими регионами является одной из основ стратегических отношений между нашими странами и ключевой составляющей торгово-экономических связей. Карелия – важный для нас партнер в Северо-Западном федеральном округе. Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании темпов торговли, продвижении деловых инициатив, поиске новых точек роста. В качестве перспективного проекта наша страна рассматривает создание совместного производства лесозаготовительной техники «Амкадор». Это крупный важный проект, и мы очень рассчитываем впредь на вашу поддержку при реализации этого проекта. Еще одним направлением сотрудничества является поставка белорусских карьерных и грузовых автомобилей для горнодобывающих предприятий, техники для лесопромышленного комплекса, пассажирского транспорта, а также обслуживание этой техники, обеспечивание ее запасными частями. При этом мы можем предложить взаимовыгодные экспортные финансовые инструменты, включая лизинг, льготное кредитование. Эти у нас программы действуют уже не первый год. В этой связи БелАЗ готов подключиться к программе переоснащения парка большегрузных машин в вашем регионе, МАЗ и Коммунмаш в программе обновления пассажирского транспорта, если для вас это удобно и будет необходимо. Беларусь может оказать помощь в развитии сельского хозяйства Карелии, в том числе расширить экспорт продукции отечественного машиностроения для этих целей. Опыт большой, от Венесуэлы до Сахалина. Мы можем, если будете выстроить себе молочнотоварные комплексы, оснастить полностью нашими комплектующими, доильными установками, холодильниками и так далее. Они прошли уже апробацию. Начинали мы создавать по самым высоким стандартам, европейским стандартам. С ними многое делали. Сейчас мы полностью локализовали производство этой продукции и производим ее сами. Что касается продуктов питания, мы поставляем в Карелию немало продуктов питания. Если вас это устраивает, пожалуйста, говорите, сколько, когда и какие. Мы всегда исполним по вашему пожеланию соответствующие заказы. Сегодняшняя встреча позволит укрепить связи, которыми мы дорожим. Наша цель – максимальная практическая эффективность сотрудничества с нашей Карелии с этим регионом Российской Федерации. И совместными усилиями мы сможем добиться тех результатов, которые планируем.